Whenever I wake up, try and take the shape of, turn into the whole wide world I made up. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Анри, и я решил поиграть в FIFA Street. То есть в уличный футбол. Я играл, как только вышел этот последний, в 2012 году, FIFA Street. Я его прошел, давно уже забыл, вообще все забыл. Решил себе снова его, в общем, поставить. И пройти, в общем, с другом вместе. Все заново, как в прошлый раз, я прошел на харде, все открыл, 100% пооткрывал. Вот так хочу сейчас попробовать. Конечно, я помню, что на тот момент я очень много нервов затратил на это. То есть, эта игра, я не знаю даже, с чем можно ее сопоставить. Нервы просто улетают. Не советую, у кого слабый нерв, вообще в эту игру играть. Но, тем не менее, решил возродить прохождение свое, так как тогда не было возможности записывать. Вот, но я скачал все части. То есть, скачал первую, вторую, третью и вот эту, вот последнюю. Первая, вторая, она у меня будет на эмуляторе с первого Xbox, потому что она выходила на первый Xbox. Еще на Xbox Original, в смысле. Вот. Там, конечно, не на весь экран будет, потому что эмулятор почему-то не позволяет так сделать на весь экран. Первая, вторая, третья, в общем, ну я не знаю, так просто зашел, посмотрел, играл я только в эту. Поэтому, я думаю, и вам, и мне будет интересно. Первая, вторая часть, там зато есть классные игроки, несмотря на то, что она будет не на весь экран. Там будут классные игроки, старенькие, всякие Зиданы, Карлосы, там, и Недведы и так далее. То есть все вот эти вот самые соки. Ну, давайте попробуем пару матчей сыграть. Я не знаю, я действительно забыл, как это все делается. Вызов улицы, я не знаю, там. Давайте на улице зашпилим. Так, 5 сторон, шипана, вот этот перевод дебильный. Угу. Футзал не люблю. Не, футзалка дерьмо. Давайте 5 сторон. То есть просто 5 на 5 на улице. Честно говоря, сейчас здесь, кстати, чтобы открывались финты, нужно всякие штуки делать, там покупать их, делаешь ты, там другие открываются, но в основном надо, по-моему, их приобретать за очки, поэтому здесь еще ничего не открыто, наверное, финтить у меня не получится. Конечно, буду я играть за родной Арсенал, хоть здесь нет моего Анри любимого, ну давайте попробуем Red Bulls поставить, здесь Анри будет против нас играть. Так, у них, ага, у нас честный Санья Вилшер, давайте поставим других ребят, потому что мне не особо нравится. Так, видите, тут нарисована стена, то есть защитник. Да, тут форварды у нас все. Шамах. Так, а кто у нас еще есть? О, Волка. Давайте Волка-то поставим. Зачем нам Жервиньо? Рэмзи, видите, еще Ван Перси здесь. Сонг здесь. Аршавин. Давайте Аршавина поставим. Андрюшку-то. Вместо Артеты. Шамах. Ладно, давайте вот так как-то попробуем. Так, все, заменил, готово. Форма, какая есть форма у нас? Ага, то есть все формы сразу открыты. Можно уличная форма, либо официальная. О, Анри с другой стороны, ах, отец. Здесь, кстати, действует такая штука, когда буду проходить. Когда проходишь, в общем, выигрываешь там какую-то команду в состязании, ты можешь забрать из нее игроков. Естественно, когда я вздрючу Нью-Йорк Ред Буллс, я заберу Анри себе. Давайте их так по уличному одеем. Ну что ж, поехали. Я не знаю, мне сейчас будут, мне кажется, драть, как собаку проклятую, потому что я ничего не помню, и финты еще не открыты. Да, собственно, и финтов не помню. Так, Арсенал, Нью-Йорк, красные быки, ох и перевоз. Кстати, здесь можно открывать всякие вещи, шмотки, короче, гетры, шорты, всякие пайты и, в общем, бампы. То есть, сороконоги. Это круто. Так, надо вспомнить вообще, что тут почем. Давайте хоть как-то Я понял, как-то между ног можно проводить. Опа! О! Блин. Видите, я еще не все забыл. Так. Надо... Ну, знаете, здесь, то есть, много голов обычно не бывает. Здесь очень тяжело пройти оборону. Ай! Так, вратарь у нас задействован. Давайте попробуем... Ой-ой-ой-ой, вы это видели? Отвали. Оп, между ног. Блять, как-то так не получилось, но было прикольно. Ничего, я вспомню, как здесь отбирать-то.
А ну, паскуда тварь, стой. Стой, блядь. Булку хлеба выбрать, чай, конфеты. Паскуда тварь. О, все, погнали. Но, хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой, Волкот что вытворяет, ребята. Посмотрите на это. Бодай его, Варшавин, за такие голы надо бодать. Смотрите, у-у-у. Да ты что? Так. Здесь, кстати, очень классная музыка. Я надеюсь, меня не забанят за нее. С нынешней политикой Ютуба все может быть. Так как я не партнер, наверное, ко мне будут вообще строгие санкции применены. Опа. Ой-ой-ой, как я перекинул по красоте, вы видели? Андрюшка забил или кто? Андрюшка Аршавин. Все свои. Здесь, ну, в принципе, здесь такого ничего не было, просто головой забил. А ну-ка, давай. Ну, вот так, уходим. Чик. Оп. Ой, как мы развели-то по-конски. Уже, ничего себе, 3-0 как-то я... Ну, это, наверное, стоит легкая по умолчанию, поэтому, наверное, я еще и выиграю. Ой, блядь, я думал, я не достану мяч. А ну стой, паскуда, тварь. Здесь за каждые финты, за каждые всякие эти штуки даются очки, за которые потом в итоге ты их набираешь, и можно на них покупать всякую ересь. Пам! Так, паскуда, тварь. Ну, конечно, из Сани, наверное... Из Сани... На! Плохой нападающий, естественно. Блин, забыл все, как-то, как-то можно чудить, я помню. Я, по-моему, помню, как можно на мяч встать. А ну-ка, отдай, падла. Смотри, сейчас там постараюсь встать на мяч. Оп, видите, точно вспомнил. Как я его уделал. Вот так вот, отлично. Бегим, бегим, видите, нам дают бежать, значит, это легко. Да сука, паскуда ты. Не доходит дело до удара. Коси его. Это Анри, да? Ну да, наверное, кто ж еще так в Red Bulls это. Эх ты, ёб твою мать. Да ну ёбаный ты дурак. А ну лысый, отдай мяч. Конец, нет, сейчас ударит. Да нет, нет. Отлично, я успел отбиться последнюю атаку отбить. Вот, сейчас мы, в общем, пройдемся по режимам, наверное, с вами. Доиграем второй тайм, потом сыграем в футзале. То есть, видите, вот даются оранжевенькие и такие бирюзовые. Бирюзовым цветом это даются очки, сколько какой игрок получил. И когда буду играть на прохождение, за эти очки я буду качаться. Я точно помню, но это было 2 года назад, поэтому мне тяжело, как вы понимаете. Оба, откисай пока. Блять. Пам! Вот такие, конечно, голы это. Злостная вообще движуха. Музямба тут, ребята, веселая на самом деле. Анрисимо. Ой, это выходи, вратарь, что ты стоишь-то, честный. Ого, выкинул. Нормально так. С душой. Ричардс. Опа. Так. Бля, то. Стой. Стой, Олег. Опа, отдай. Паскуда, тварь. Да ну как так? Какие-то такие удары ватные получаются немножечко. Блять. Извините, извините. Все, 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 все. Давайте немножечко. Ой, какой глубокий пас. Между ног. Вот оно, ребята. Андрюшка ебашит кашу. Аршава, давай, жми залетной. 6-0. Как-то, ну. Это сейчас пока на легком. Вы увидите мои нервы и мою злость, когда я буду играть. На, паскуда, тварь.
7-0. Бедный Red Bulls. Андрей, извини, ну так вышло. Ничего, мы тебя потом перекупим. Ой-ой-ой-ой-ой. Волка творит дела. К сожалению, сейчас у Волка-то на самом деле травма дикая, поэтому жалко очень. Откисай пока. 10-0 или какой там счет? Довольно-таки неплохой. 9-0. Ну сейчас мы еще вкатим, я уверен. Да ебаный козел. Да блять, куда ты побежал? Ну что ты, что, все. Нет, не все. То... Анри, ну давай не будем. Слышь, Казбека, ну стой. Давай чистую, не забейте только нам. Хочу в частях их сделать. Толян, мяч вообще не заберешь. Либо я его не умею забирать просто. Вот так вот. Санечек под рукой, когда? Смотрите. Опачки. Тема вообще злая. I'm a good guy. Пум. Паскуда тваря, ну стой. Ого. Пум. Нормально его подрубил. Сука, блин. Стой. Вообще... О, 10-0 сейчас бы. Я хочу 10-0. Не вздумайте забить. Ура, 10-0, ребята. Вот так мы уделываем. Родной Арсенал Андрюшкой во главе уделывает Нью-Йорк Ред Буллс. Так, давайте теперь попробуем... Наверное, это. Давайте попробуем... Почему здесь Месси нарисован? Он меня бесит, блядь. Давайте теперь выберем... Да, успокойся. Давай. Блять. Панна. Вот это, конечно, нужно, смотрите. Каждый панна стоит 3 очка. То есть нужно между ног провести. А потом аж забить. Тогда гол считывается. Когда в воздухе человека обыгрываешь, то есть игрока там каким-то финтом воздушным, тогда 2 очка. Каждый удар стоит 1 очко. Короче, очки идут в ваш банк, пока не выиграете. То есть, ну, самое лучшее проводить между ног. Это 3 очка, а потом забивать. Естественно, я буду играть, опять же, Арсеналом. Давайте против какого-нибудь, я не знаю, там, Марселя. Уилшер и Артета, ну, допустим, пусть эти будут ребята. Не особо они, конечно, нападающие, но посмотрим, чего они умеют. Между ног. То есть, видите, ворота маленькие, ворота пустые. О, видите, одно очко я вот просто обвел. Если поверху 2 очка. Ну, сюда очень сложно забить. То есть, видите, у меня уже 3 очка в банке есть. Вот так вот, между ног. Смотрите, еще и гол забил сразу. То есть, это вообще пилотаж. Чик, откисай пока, родной. Как-то у меня с отбором плохо. Я не могу еще отбирать нормально. То есть просто забивать это будет одно очко, это мало очень. Эх ты паскуда, тварь. Давай, иди сюда. У меня удел. Блять, видите, за каждого... Ого, у меня удел, дает ему одно очко просто. Тупой имбецил. Откисай. Блять, ну Артета. Ох, ты хотел попасть сразу. Не-не-не, ребята, это не пройдет. А, не-не-не-не-не, так. Ого, это сейчас, если они меня забьют, у них 9 очков. Давайте попробуем скрыться. На кону, видите, у них 9, у меня 2 очка на кону. Если они забьют, то это сразу
Так как, так, блядь. То сразу они, короче, меня будут выигрывать. О, 10-й уже. Ну это все, это. Да ну стой, паскуда ты. 11 сразу. А, нет! Не забили, конченые. Так, у нас плюс одно очко. Ой-ой-ой-ой-ой. Между ног и сразу забил. Это Артета, ребята. Это Артета. Блин, не показали, как я его между ног толкнул. Так, 6 плюс 8, 14-0. А у них сгорают очки, если я забиваю. Конец времени. Нет, нет. Так попади ж ты, ЖБР толстожопый, ну ладно. То есть я сейчас вам просто покажу такие моменты, а потом будем проходить уже с вами непосредственно. В кооперативе, точнее, с друзьями буду проходить, вот. Вы следите, если кому интересно, кто любит футбол, кто любит фристайл. Вот. Я не буду забивать, потому что... Оба! Потому что очки не набрал. Не-не-не-не. Давай, подходи. Блять. Да выделывался. Ну, в такие ворота действительно тяжело попасть. Черт. Я думал, я выйду. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, что же я такое-то наделал, Артета? Смотрите. Обочки обвел, и тут сразу гол. Та, ну это вообще зло просто дикое. Ой. О, паскуда тварь. Сколько у них? 17-2, ну нормально пока. Блядство, 3-0. Надо... Стой. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Эластику пошло. На, паскуда тварь. Так, 4 очка на кону. Сука, стой. Так. Ну как ты так отдаешь-то? Ой-ой-ой, как раскатали, паскуды твари. 25-0. Ой, 25-2. По очкам это неплохо. Сейчас они будут бить. Нет, 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 нет. А я ударю. Не все, промазал, сука. Все? Ну, то есть, видите, и здесь мы выиграли. Ууу, треху! Так, давайте покажу вам, какой там еще режим есть. Значит, между ног пана. А, теперь давайте в зале попробуем зарубиться. Не люблю в зале, кстати, и в карьере самые тяжелые будут матчи, это именно в зале. Там просто такая дичка. Хотя там ворота вроде нормальные, да, обычные. То есть, давайте с Барселоной опустим Барселону, а может и она нас опустит. Начнем, ладно, с этими. А, Волку стоит уже, все свои ребята. Пацаны из поселка. Отбор, прессинг. В зале прикольно. Скрипят полы. Кватро-кватро, дос. Ангар, мы в ангаре играем. Так, ну что, поехали, оп. Тут, конечно, как-то не... Так, тут, то есть, ауты есть, все эти выходы, вся эта движуха. Ой, какой у нас Жервиньо, технарь, или кто это такой? Андрюшка здесь, мальчики. Гляньте, какой Андрюшка, молодец. Ой, как мог сейчас попасть-то. Так, чувствую, сейчас меня Барселона будет надирать. Блять, как такой я... Не могу прыгнуть. Тяжело как-то очень бить. Непонятно мне. Пока. Выходи, ЖБР. Ёб твою мать, как меня Месси опустил. Рабоной. Паскудник. Смотрите, еще и Рабону сейчас даст. Подонок проклятый. Носатый петух. Но Андрюшка тоже между ног может проводить.
Не вышел. Вот это я технарь. Блять. Ну вот видите, Барса уже барахтается, еще и как. Сука. Я тебя уничтожу, подонок. Ну куда ты так даешь? Ну как-то так. Все, я сейчас начинаю нервничать. Ну все, хорош, ля. Ты просто у него не заберешь, потому что это Иньеста. Иньеста крутой. Все, отвали по-хорошему. Пока еще финты не открыты, очень тяжело играть. Сейчас я его надрочу. Ой, как я, ну что, ни одного гола не забил еще. Стой, блядь, подонок. Тут же штрафные, да, кстати, здесь вся эта движуха на самом деле есть. Почему мне зал не нравится? Потому что обычно можно навалять там по жопе кому-то. Здесь нет. О, голясо, а ну-ка стой, подонок проклятый. Это ауты, постоянно какие-то заминки. Хитрые паскуды. Ну подойдите кто-нибудь. Да блядь, как его вообще одолеть этого? Вроде уже между ног провел. Блядь, да аж так как так? Барса, конечно, дает о себе знать. Да ну слышь, хорош. Как козел себя ведешь. Все. То ты лянь на него. Ха. Сука. Да ну как забить вообще, ляньте. Я даже не могу ни одного гола забить здесь. На! Ах, на последних секундах хотел. Ладно, у нас еще есть один тайм, чтобы что-то изменить, но я не знаю. Барса, в принципе, я смотрю так, видите, меня нормально лупит. Вон, 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 вон. Да, блядь. Ой, это опасно очень. Ну все, отваливай, петух шоколадный. Сука. А, штрафной. Сейчас он пробьет, кстати, вот обьют они штрафные неплохо, я вам скажу. Ну, просто Месси подонок проклятый, поэтому он не забил. Все, поехали, поехали. Ну, блядь, слышь. Никуда тут не поедешь. Ай, вот он, ребятушки. Забивает, конечно же, защитник Санья. Ну, это само собой разумеющееся. Нападающие пыхтят, ну, как нападающие, полузащитники атакующие. Вот, что-то я завелся, по-моему. Не, пока еще не могу никаких комбинаций наиграть, потому что не шарю ничего. Надо вспомнить. Бля, это хотел скинуть красиво. Не трожь, подонок. Ах ты, скотина, тварь, выходи. Нет. Да ну как его одолеть-то, защитника этого, или кто это такой там? Хай, отлично, Андрюшечка, что делаешь? Ах, сука. Куда же ты бьешь? Олег. Ой, слава богу, штанга, мне повезло. Так, 1-1, конечно, это все хорошо.
Ну пройди. Ой-ой-ой-ой, ну как же это все тяжело. Блять. Эть! Отлично. Все, пошел, 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 пошел. Штанга. Потихонечку проходим. Ой, Волков, что хотел сделать. Молодец какой. Что я, блядь, делаю? Так, сейчас 10 секунд, сейчас подождем, я сейчас влуплю. Ай, блядь, так хотел по красоте сделать все. Сейчас они хоть бы не сделали по красоте. 1-1. Интересная херня. И что, сейчас будет дополнительное время? Ну давайте. Золотая цель. Золотой гол. Золотой дождь. Все это вы знаете. Ай, блядь, сейчас бы оформил бы сразу со старта. Сукин сын. Опа, а здесь я. Вот это сейчас ты такое сделал неправильно. Стой. Андрюшку мочить нельзя. Блянь. Нажал отбор и сразу еще раз. Давай быстрей. Не томи. Ух, нихера себе. Если бы он забил этот носатый тролль, я бы его делал бы, блядь, за 2 секунды. О, музло, огонь. Исполняет вратарь, видите? Вот надо что-то решать, потому что... Ну куда, ну куда, Андрюшка? Блять. Ну давай уделывай его. Ох, сейчас чувствую, беда будет. Обачки, Санек делает ветер и поебывает. Да ну как, блядь, ну как, сука. Давай, 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 давай. Сука. Так. Блядь, не дает пройти. Я его уделаю, но не дает пройти. Сука. Вот он, Волк, отлично. Вот он, голец. Санек разыгрывает, и Волк тушит со старта. Щеточкой в уголочек. Треху. Все, выиграли. Ну что ж, ребята, я буду на этом заканчивать. В общем, с вами был Андрей. Спасибо всем за внимание. Смотрите, дальше буду проходить. Не знаю, когда. На выходных, наверное. Всем пока.